Более 10 попыток поджогов зафиксировали за последние трое суток. Случаи были в Москве, Петербурге, Омске, Калуге, Подмосковье, Казани, Воронежской области и других городах и регионах. Сообщают, что в большинстве случаев на поджоги людей уговаривали по телефону, используя психологические манипуляции. Тему продолжит Иван Калыганов. Кому-то рассказывали, что это операция ФСБ. Кому-то, что в военкомате находятся мошенники и нужно помочь в их поимке. Кому-то обещали помочь в списании кредита. О том, что произошло в Санкт-Петербурге, рассказывает старший корреспондент интернет-газеты Фонтанка.ру Илья Казаков. Позавчера произошел первый случай. В Петербурге центральный военкомат центрального района пришел мужчина 53 лет. Сначала он кинул две бутылки зажигательной смеси, потом попытался на своей старенькой ладе протаранить ворота внутреннего двора в арке дома. Его довольно быстро задержали, он не сопротивлялся как-то особенно и не пытался скрыться. Когда его взяли, то он рассказал странную историю про то, что уже примерно две недели он общается с неким товарищем, как он сказал, в кавычках ФСБ, который предложил ему поучаствовать в специальной операции, которая заключалась в том, чтобы поджечь военкомат и каким-то образом якобы добыть какие-то там документы, которые, по его словам, посылают на Украину. Потом в Петербурге и Ленобласти зафиксировали еще как минимум пару попыток нападений на военкоматы. Люди рассказывают примерно одну и ту же историю. Их попросили сделать это телефонные собеседники. Некоторые нападавшие ранее уже были жертвами мошенников. Например, женщина, которая 1 августа попыталась поджечь военкомат, сообщила, что ей предложили списать за это долг. А в Казани 23-летняя девушка заявила, что получила от неких лиц, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, задание выкурить из военкомата якобы засевших там преступников. Полицейские или сотрудники других силовых органов не будут звонить по телефону с просьбой что-то поджечь или разрушить, говорит эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин. Очень удивительно для меня, что так много случаев произошло условно в один день, поэтому я уверен, что это смесь различных событий. Ну, то есть, это могут быть люди, когда это люди пожилые, которых обманули злоумышленники, некие мошенники. Это могут быть также люди, которые просто за вознаграждение что-то делали, потому что им нужны были деньги. Но и также я не исключаю, что у кого-то был прямой злой умысел, и они знали, что они делают, просто из-за каких-то собственных денег заблуждений. Была и такая схема. В подмосковном Подольске злоумышленники убедили 22-летнего сотрудника «Вкусная точка» взять кредит на 35 тысяч рублей и перевести его на указанный счет. Потом сказали, что если он хочет прекратить мошеннические действия и вернуть свои деньги, ему нужно поджечь военкомат. Даже если нападавшие попались на обман мошенников, приговоры, скорее всего, будут жесткими, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе. Когда им говорят «пойди, подожги, сломай, убей». Но любой взрослый человек, который находится в меняемом состоянии, должен отдавать отчет, что никто не дает гражданам права на противоправные действия. Поэтому говорить о том, что кто-то получит какие-то послабления, но эти послабления будут условны в рамках раскрытия деятельности, в рамках признания вины, да, и, скажем так, раскрытия полностью механизма, кто, когда, каким образом звонил, организовывал, какие слова говорили. Но это всего лишь частичное смягчение вины. И только в том случае, если не был причинен ущерб государству или третьим лицам. Поджоги военкоматов в России стали фиксировать после 24 февраля прошлого года. После объявления в конце сентября прошлого года частичной мобилизации случаев стало больше. Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов. Такие поджоги власти могут расценить как теракты или публичные призывы к террористической деятельности.